9 часов 10 минут. Форт Уэрт. Президент прибывает на встречу с местными бизнесменами. Здесь он произнесет свою последнюю речь. Кеннеди знает, что без жены ему трудно будет завоевать сердца и голоса техасцев. В номере зазвонил телефон. Президент хотел, чтобы миссис Кеннеди немедленно присоединилась к нему. Она все никак не могла закончить свой туалет, продолжала примерять перчатки. В конце концов, я сказал: «Президент ждет вас». Она надела шляпку, и мы спустились вниз. В августе, всего 3 месяца назад, у Кеннеди умер новорожденный ребенок. Но ей удалось справиться с депрессией, вызванной этой трагедией. И она решила оказать президенту посильную помощь в избирательной кампании. Первым их совместным мероприятием в рамках этой кампании была поездка в Техас. Миссис Кеннеди была в хорошем настроении и рассчитывала на успех. Дамы и господа, 2 года назад, выступая в Париже, я представился как человек, сопровождающий миссис Кеннеди. Такое же ощущение возникает у меня и в ходе нынешней поездки по Техасу. Никому не интересно, как одеты мы с Линдоном. Президент и сопровождающие его лица покидают Форт Уэрт. Им предстоит короткий перелет в Даллас.